Я, например, убежден, что номер «Баобабы» – это современная вещь по содержанию настолько, что угадываются здесь. Это глубоко антифашистская, антискинхедовская, антипаразитическая, в принципе, вещь, античиновничья. Паразитическое. То есть это появляются такие, все такие красивенькие, все такие розовые, голубые, зелененькие. И они все такие хорошие, такие покладистые, такие добрые, такие патриотичные. А потом эта черная суть, она просто физиологию я вынес в костюм. Оказывается, внутри это чернота, гадость, жадность, ненависть и желание все растоптать. Я считаю, это сугубо современная вещь, которая, как весь спектакль, как весь Экзюпери, должен заставить задуматься людей, задуматься над всем, что происходит, включая вот дальше, я не знаю, что покажут зрителям, как этот спектакль снимется. Но там и есть вещи, которые, ну, как бы вопиют об уничтожении человека, той веточки, на которой он висит, то есть Земли, как явление космическое. Поэтому у нас такое оформление космическое, оно не конкретное. Это нельзя сказать, это пустыня, это воспоминание о пустыне, это боязнь пустыни, понимаете, а не сама пустыня. Это все, что угодно, но не иллюстрация.